Напомним, в начале прошлого года мы рассказывали о молодом человеке, который по стопам своего деда-изобретателя решил переделать обычный спортивный мотоцикл под зимний вариант езды. И вот после всех переделок уже этой зимой на улице Новосибирска выехал не Бэтмобиль, конечно, но что-то очень похожее. И на двух шипованных колесах. Весь процесс преображения оказался не из быстрых, но это того стоило, рассказывает хозяин мотоцикла. Довольно-таки нудная работа, но тем не менее за удовольствие надо платить. Тут особое чувство, это езда абсолютно несравнимая с летней. То есть те, кто ездил, те, кто знают, они прекрасно поймут меня. Чтобы передвигаться по заснеженному городу и ледяным дорогам, Николай вручную вкрутил несколько тысяч саморезов в каждое колесо. Люди, говорит байкер, реагируют в основном положительно. Не так, как в прошлом году, когда мотоцикл только проходил обкатку. В прошлом году как бы встречались люди, которые крутили пальцем у виска. В этом году тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. То есть людям нравится, люди, не скажу, что аплодируют, но нравится. Смотрят, как бы часто пропускают, то есть входят в положение. Я доволен, то есть у нас нормальные автомобилисты. Респект и уважуха. Прохожие и коллеги по увлечению мотоциклами только радуются подобной инициативе Николая. Сам тоже езжу, то есть на кроссовом мотоцикле у меня, на классическом, на Honda CB400 тоже. Ну, то есть инициатива вообще прям нереальная. То есть молодец, парня уважаю. Теперь в планах жителя Новосибирска отправиться на своем зимнем спортбайке в какое-нибудь дальнее путешествие. Естественно, в холодное время года. Но это, конечно, если найдутся спонсоры.